Я думаю, что это ближе к правде. Ну, судя по тому, как в магазинах пусто, да, люди не могут приобрести, может быть, ну, то, что им очень нужно, да. Судя по нашим пенсиям, зарплатам не совсем. Я говорю об обычных вот гражданах. Раньше было хуже, сейчас уже получше. Посмотрите, какие зарплаты в Волгограде. Все уезжают. Молодежь уезжает, молодежь не живет в Волгограде. Краснодар, Москва, на заработки уезжают. Статистике нельзя верить. Нужно видеть, в принципе, самому это все. Не, ну меня лично посчитали правильно. Потому что я всю жизнь проработала на наш город. Все, вот и Мамаев курган, мы молодые были. Все там и сажали деревья, и копали, мопали. Я думаю, что есть еще города, которые есть победнее нашего. Может, не богат, но судя по тому, как люди одеваются, как выглядят, достаток у всех разный. Ну, скорее всего, нормально. Ну, мне кажется, зависит от уровня зарплат населения, в первую очередь. Судя по себе, она очень низкая. Ну, я вот получаю 20, например, не знаю, как кто получает. Это надо у каждого спрашивать и подсчитывать тогда, я считаю, и только так решать. Мне кажется, уровень жизни в Волгограде немножко занижен по сравнению со всеми другими регионами России. Да потому что я вот на заводе работаю. На известковом. Знаете, сколько я получаю? 11 200 там с чем-то рублей. Ну что это такое? Ну, с какой стороны, да. С одной стороны, да. Потому что зарплаты у всех разные. Если учесть, что я до 40 лет жил в Москве, то, конечно, по сравнению с Москвой город гораздо беднее. Богатые люди есть в любом городе. И, в общем-то, это не показатель. Показатель другого. Количество рабочих мест, сколько безработных. Вот. Как живут обычные люди. А состоятельные люди... Вы найдете даже там в Михайловке, в Урюпинске, в городах гораздо меньше. Единственное, что денег не хватает, на ремонт зубов. Остальное все прекрасно. Серьезно. Ну, нечего ремонтировать, насколько хватит. Любите друг друга. Ну так, живем друг друга, любим и все, что еще. Иногда так, ну, было нормально все. Спасибо за все. Спасибо вам.